День добрый, дорогие друзья. Вот для вас обзорчик будет об автомобиле Toyota Corona. Toyota Corona — автомобиль японского производства, праворукая. Представлена в версии седан. Седан. То есть машина, ну как вам это сказать, одна из таких крепких и надежных машин, которые представляли японцы на рынке. И вот эти машины оказались у нас в России. Corona, Toyota Corona считается одна из крепких автомобилей. 1.8 мотор у нее. Коробка автомат. 14 резина. Вот здесь вот литье. Стоит автомобиль теплый, надежный. По расходникам и эксплуатационные данные данного автомобиля, но я думаю, что на 4 с плюсом еще даже. Можно сказать, почти на 5. То есть проверенная нашими русскими морозами, нашим бездорожьем. У меня друга такая была тоже. Toyota Corona. Вот. Вот такой автомобиль. По салону скажу, что в таких автомобилях я ездил в качестве пассажира. Ничего там не скрипит, она теплая. Оснащена там, у нее кондиционер есть. Электропакет на все двери. Объем багажника. Вот смотрите, багажник вроде кажется небольшим, но места в нем достаточно много. За счет того, что сиденье так пока-то сделано, это вот особенно ярко проявляется в автомобиле Opel Ascona. Был у меня Opel Ascona. Я скажу, что в Opel Ascona у меня был 85 года, 1.3 механика. Такой же тоже вроде бы багажник у нее небольшой, в Opel Ascona. Туда камазовское колесо плашмя входит. Представляете, такой маленький автомобиль спокойно нос входит. Никто никогда не скажет. А я докладываю, что лично так и было. По-моему, в 2001 у меня был этот Ascona. Ну и в этот, наверное, вряд ли войдет. Но багажник здесь тоже довольно-таки солидный для того, чтобы можно было на этом автомобиле что-то перевозить еще. Помимо того, что просто ездить. Ну, данный автомобиль мне очень нравится. У меня, конечно, в собственности не было такого автомобиля. Но автомобиль считается одним из крепких и надежных автомобилей японского производства. То есть, если бы это была версия, вот, допустим, она такая же есть, только в универсале и в седане есть Toyota Corina. Но немцы обычно их делали на механике, а вот если бы еще Toyota Corina была бы на автомате, ну, это просто песня. То есть такой же практически кузов у нее. Но здесь вот праворукая она, та леворукая. Ну, в общем, зачеты 5 баллов. Вот такой обзорчик будет. Я с многими владельцами общался, и понравилось всем довольны. Короной. Toyota Corona. Еще раз для вас. Всего доброго. До свидания.